Всем здравствуйте, девчонки! Сегодня у нас проходит подготовка, продолжается подготовка к этой вот кофточке от Зары. И я вам сегодня покажу вот набор петель именно для резинки 2×2. Он также очень, смотрите, как она красиво смотрится. Каждая двойка из петель соединена как бы в пару. И благодаря этому очень красиво смотрится край. Вот, еще вы его можете использовать для шапок с отворотом, тоже очень хорошо, вот видите какой он, очень хорошо смотрится в отвороте, в открытом крае. Значит, этот способ под вид классического способа. Один раз мы провязываем классическим способом. Вот. Первые две петли образовавшиеся, второй раз мы вот эту вот нить переодеваем обратным способом, в обратную сторону, и захватываем изнутри. Видите, таким образом у нас остается одна кромочная, а две эти петли соединились как бы в такую пару, и они соединены вот таким вот как бы узелочком. Один раз классическим способом затягиваем, второй раз переменяем положение нити и изнутри. Следующие, видите, снова у нас две. Потом эти двоечки разделяют вот в вязание эти. Почему я говорю, что этот способ у нас для резинки 2×2. И закончить мы должны обязательно вот классическим, как бы одной петлей классического способа. Это и будет вторая кромочная. Вот видите, первая у нас и вторая кромочная. Между ними все петли разделены попарно. Потом по итогу получается вот, видите, что они и здесь вот разделены попарно. Этого узелка выходит 2 петли. Точно так же и здесь из одного узелка выходит 2 изнаночные. Выглядит оно красиво на обеих сторонах и на лицевой, и на изнаночных. Поэтому подходит для, хорошо подходит для шапок. Именно для отворотов шапок.